Всем привет, прогноз на матч «Спартак-Краснодар». Здесь у меня две ставки, одна из них с коэффициентом 3.05. Но перед этим напоминаю о челлендже «Заяви о себе». Нужно сделать кольцо, записать это на видео, скинуть мне. Также не забудьте подписаться на мой паблик ВКонтакте и на этот канал. И тогда вы сможете участвовать в розыгрыше футболки полузащитника «Спартака». Этот розыгрыш уже пройдет в начале августа. Все подробности будут в моем паблике ВКонтакте, ссылки будут в описании. Ну, а до конца июля вы еще можете записать видео. И один из участников челленджа – Александр Агай. Посмотрите, как он сделал кольцо. Олег Соловьев, новый челленджер. Майка, кольцо. Вперед. Саша, ты красавчик, уже не в первом челлендже участвуешь, заряжаешь своим позитивом. Ну, а мы переходим к прогнозу на матч «Спартак-Краснодар». Здесь у меня, как я уже сказал, две ставки. Первая ставка – это индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за коэффициента 1.95. На мой взгляд, «Спартак» здесь должен побеждать, он является фаворитом. Именно поэтому я решил взять тотал больше 1.5 «Спартака». Мне кажется, что игра будет достаточно результативной, в принципе. Если мы смотрим на матч между этими двумя командами, то 3 из 4 последних матча в них проходило тотал больше 2.5. Кроме того, «Спартак» очень стабильно достаточно забивает 2 мяча в ворота Краснодара. И Краснодар здесь, мне кажется, будет явным аутсайдером. Почему? Потому что, во-первых, Краснодар проводил игру в Лиге Европы в четверг, был достаточно сложный матч, вырвали победу на последних минутах. Во-вторых, Краснодар будет в ослабленном составе, очень много травмированных. Помимо Смола есть еще целый ряд футболистов, которые не смогут принять участие в матче против «Спартака». Что касается «Спартака», то «Спартак» полномерно готовился к этой встрече. «Спартак» злой, потому что в том году «Спартак» стал чемпионом, а в этом сезоне «Спартак» пока что не одержал ни одной победы. И, конечно же, это будет очень принципиальный и важный матч для москвичей. И мне кажется, что здесь «Спартак» может победить. Именно поэтому я еще взял вторую ставку. Победа «Спартака» плюс тотал больше 2.5 за 3.05. Когда я увидел 3.05, мне показалось, что слишком уж большой коэффициент на это событие. «Спартак» заслуженно по коэффициентам считается фаворитом. И мне кажется, что тотал больше здесь должен тоже обязательно проходить. Об этом говорит и статистика, об этом говорит и стиль команд, и Краснодар, я думаю, будет играть в открытый футбол. Стиль футбола «Спартака» мы тоже все прекрасно знаем. Ну и то, что будет Краснодар ослаблен, это лишний повод для того, чтобы «Спартак» мог воспользоваться своими шансами и забить несколько мячей. Поэтому две мои ставки на этот матч. Первое – это индивидуальный тотал больше «Спартака» 1.5 за коэффициент 1.95. И вторая ставка – победа «Спартака» плюс тотал больше 2.5 за 3.05. Много сумму все равно не ставьте, особенно коэффициент 3.05. Но, однако, я считаю, что эта ставка тоже перспективная. Участвуйте в челлендже, подписывайтесь на канал, в комментариях рассказывайте свое мнение по поводу того, как завершится эта встреча. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие прогнозы. Ну и, конечно, приходите в паблик ВКонтакте, там скоро мы разыграем уже футболку «Спартака». Всем успехов и увидимся!